Привет, Сбер Мегамаркет покинул мне внезапно бонус на 1000 рублей. Можно было оплатить заказ на минимальную сумму от 1050 рублей. Ну, короче говоря, у меня 190 рублей заплатилось, потому что 1190 рублей были семена, ядра семян конопли, которые я заказала. Шли они на почту, это другая эпопея. Интересно, гляньте мою телегу. Ссылка на телегу есть в инфобоксе и на канале тоже. Короче говоря, я думала, в чем прикол, где подвох. Сначала хотела заказать кофе, потому что мне надо было кофе, а потом мне мой близкий родственник сказал: ты, говорит, кофе хочешь себе заказать или тому, кто любит у тебя на халяву пожрать? И при этом еще какие-то претензии предъявляют. Я говорю: нет, не себе. Она говорит: не заказывай себе кофе, это, закажи что-нибудь другое. Короче, я заказала себе что-нибудь другое. Я заказала себе ядра семян конопли, заплатила 190 рублей. Бесплатная там доставка была. Быстрее всего на почту, на ближайшую почту, но оказалось дольше, потому что несколько дней почта решила, что работать не обязательно. Опять же, отсылка в телегу. Ну, в общем, короче, вот. Это должна быть та фирма, от которой я уже как-то давно что-то покупала, те же семена, в том числе, только в меньшем количестве. Как-то я заказывала чайник на этом Сбермегамаркете. И еще кучу всего. Кучу всего мне не пришло, а чайник пришел. Чайник все еще жив. И я забирала тогда, кажется, вообще где-то, не помню, не на почте, где-то в другом месте. На какой-то базе выдачи где-то как-то все проблема была. Может быть, и на почте, фиг знает. Короче, вот. Эти ядра. Ты-то, может, в камеру зрителя видишь, а я-то еще ничего не вижу. Тут у нас коробочка. У меня теперь две коробочки. Прервусь ненадолго. Так вот, судя по всему, это реально ядра семян конопли. Дат производства, правда, нигде не наблюдаю. По весу это, правда, по ходу дела килограмм. И вот так, имея бонус на единственную покупку, потому что полтора или два года там ничего не заказывала, заказывала только один раз, на Сбермегамаркете от Сбербанка, если у вас там есть какой-то еще прайм или что-то в этом роде, то вам еще какие-то бонусы начислятся, а если нет, то не начислятся. И там можно при случае списать спасибо, но у меня был только один рубль этого спасибо, и он не списался. Ну, не суть важно. Если вот есть бонус, есть бесплатная доставка, то можно что-то заказать, и оно будет выгодно. А если нет бонуса, то закажите это что-то на Озон или на Вайберес. Будет, может быть, точно так же выгодно. Ну, короче, вот. Заказик такой. Ядра семян конопли целый килограмм. Я, если бы был маслопресс, я бы сделала масло, но у маслопресса пока нет снова. Я сделаю себе урбеч. Ой, там видно фоном. Бельишко сохнет, которое из деревни привезла постирать вчера. Вот. Всем спасибо за просмотр, кто это осилил. Если хотите поддержать канал, то поддержите канал. Вам не сложно, мне приятно. Ну вот, камера даже сфокусировалась. Я тут при свете дня снимаю. Ну и это, всем пока!